Всем привет, с вами интернет-магазин Тукэмп, меня зовут Арсений. Ну, вот сегодня мы продолжим наши краткие видеообзоры о нашем товаре. Сегодня у нас в руках вертыш, которым, как правило, крепят палатку ко льду. Вертыш выполнен у нас из нержавеющей трубки диаметром 16 мм, длина вертыша 130 мм. Вот. Ручка у нас перекидывающаяся. Для многих это удобно, кто-то говорит, что приваренные они намного удобнее. Ну, в данном случае мы рассмотрим ручку, которая перекидывается. То есть и рычаг побольше, и держаться поудобнее будет. Сейчас мы посмотрим, как... Вертыш сделан у нас в России. Вот, то есть это не Китай какой-то. Вот, остановились именно на них. Сейчас мы посмотрим, как этот вертыш ворачивается в сам лед. Как видим, вертыш идет достаточно легко в лед. Вкручивать его будем до самого конца, чтобы вы увидели, сколько времени у меня на все про все это уйдет. Вот, в принципе, и все. Выкручивается вертыш также легко, как и выворачивается, буквально одним пальцем. Все. Единственное, вам потом придется только лед изнутри выбить, но, думаю, ничего сложного в этом не будет. Интернет-магазин Тукэмп. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.